25 и 26 июня этого года мы приглашаем вас к нам в театр. Мы будем давать историю солдата Ставинского. Сказку и не сказку. Мы основываемся больше на первоисточнике, на французском тексте, который был переведен подстрочно, и будем стараться сделать более приближенным к оригиналу эту сказку. Вот такой финал мы запланировали с Евгением Писаревым и постараемся вам его показать. Будем рады видеть вас в нашем зале.